Привет, друзья! Я снова решила вернуться к старой рубрике, которая вам так понравилась. И предлагаю сегодня погулять по моему городу, по моим райончикам, улицам. Посмотреть, что же выбрасывают американцы. Что мы здесь имеем? Пылесос, скорее всего, рабочий. И кожаная мебель. Смотрите, какая хорошая. Она в разобранном виде. Это, скорее всего, будет как кожаный уголок такой. Комнату. У нас накануне прошел дождь, поэтому мебель чуть-чуть намокла, но это не проблема. Смотрите, какой симпатичный мужичонка, или это пират, я так не поняла, кто это предлагается. И кубок по бейсболу тоже выбросили. Здесь люди выбросили чемоданчики, смотрите, какие красивые, розовые, красные, все в отличном состоянии, в идеальном. Вот люди выбросили старый велотренажер. Он старый, но, судя по всему, рабочий. И вот такая розовая пластиковая песочница. Здесь люди предлагают вот микроволновка, пылесос и другая техника. В общем-то, если это все почистить, может где-то подремонтировать, еще будет работать долго-долго лет. Много-много лет. Смотрите, какой красивый торшер. И гриль барбекю тоже. Вся техника здесь выбрасывается в хорошем, в рабочем состоянии. Просто она по каким-то причинам они выбрасывают или устарела, или они купили что-то новое, чтобы не держать барахло, они выбрасывают. Вот еще один велотренажер выставили. Можно взять и пользоваться. Даже постельное белье. Набор выбрасывает прям в упаковке. А вот выбросили телевизор. Он, конечно, старенький, такие уже, скорее всего, уже никого нет, но он в рабочем состоянии. Вдруг кому-то надо, можно взять и пользоваться. Смотрите, какая красивая тумбочка, очень красивая. Смотрите, она прям массив, еще что-то на ней вырезано. Рисунок красивый. И вот еще диван из белой кожи. И опять-таки беговая дорожка. Ой, велотренажер. Извиняюсь. Вот такие вот дела, ребят. И даже маленький, как называется, это квадроцикл. Машинка для детей. Тоже в рабочем состоянии. А это, смотрите, какое красивое. Кресло-качалка. В Америке обычно такие кресла, качалки используются для грудного вскармливания, когда мамы кормят детей. Они часто покупают вот такие кресла. Ну, говорят, что удобно. И подставка под ноги. Смотрите, здесь выбросили вот такую картину. Опять-таки ковры. Рождественский олень, который будет светиться на лужайке. И какая-то уже елка тоже с огоньками. Смотрите, какой классный диван. Тоже кожаный. Смотрите, стол для сада. На задний двор. Очень красиво помыть, и он будет смотреться идеально. Здесь выбросили, смотрите, картину. Сан-Диего. Зоопарк. И вот такой вот отличный диван. Супер. И рядом кресло такое же, смотрите. Только без подушек. Выбросили ролики тоже. Наверное, уже не нужны. Кондиционер. Здесь ничего интересного нет. Выбросили старый гриль. Даже подписали, смотрите. Работает. Ребята, смотрите, какое красивое кресло. Такое винтажное. С такими кривыми ножками, как я люблю, резными. Очень красивое. И здесь же рядом, смотрите, какой красивый шкафчик. Тоже такой же деревянный, резной. Смотрите, как красивая столешница сверху. Все резное. Вот детские босоножечки.
шлем для велосипеда и чемодан. У нас такой ветер сегодня, поэтому извиняюсь за качество съемки. Здесь, пожалуйста, набор колясок, каких хотите, сколько угодно. Детское постельное белье. Вот видите, розовое, прямо упакованное. Чемоданы тоже. Коляска отличная, супер. Еще и одежда сверху. Детский комбинезончик, видите, черненький такой. Снова гриль. Тоже в хорошем состоянии. А это или стиралка, или сушка. Тоже в хорошем состоянии. Вирпал. Смотрите, какой красивый комод. Тоже выбросили. А здесь торшер стоит такой же, смотрите, напольный. А вот выбросили телевизор такой, плоский. Старенький, но я уверена, что в рабочем состоянии. Вверх ногами лежит. Смотрите, тоже какое кресло выбросили. Оно механическое. То есть там есть такая кнопка сбоку. И вот нижняя часть для ног, она выезжает. И вы можете поставить на эту подставочку ноги. Вот тоже такая полка. И два кресла. Вы не поверите, даже выбрасывают баскетбольную сетку. Такую вот баскетбольную сетку выбрасывают на подставке. Здесь тоже, видите, комод. Стулья перевернутые уже. Там целый набор стульев, видите? Это прям куча. Видимо, гарнитур такой был. И снова чемоданы. Пожалуйста, велик детский. И набор резины. И очередной кожаный диван. В отличном состоянии, смотрите, вместе с подушками.